Ponai, ponios, ponai, pasirodė jis. Mažumėlį apsimiego. Jis, Aleksandras Rybakas ir... Jis netrukus prabils į jūs. Dėl ko iš čia? Nu, dėl filmo. Taip, filmo, į kurį vakar, kai kurie iš jūsų jau nurovė kvietimus dikai. Kaip prisijaukinti Slibina 2. Nuo šiandien didžiosios ekranuose. Ei. Ponius ir ponai, Radio Centro studijoje lauktas ir sulauktas pagaliau svečias, dainininkas, kompozitorius, muzikantas, smuiko meistras, Eurovizijos nugalėtojas Aleksandras Žvejys. Aleksandras Rybakas. Слишком добро со мной. Доброе утро, good morning. Доброе утро. Не, ну я бы не сказал, что я всё это. Я в первую очередь я вообще-то музыкант и скрипач. Я подготовил вопрос такой, ты понял что-нибудь из этого, что я сказал по-литовски? Ты ну, уже... я уже, видишь, прохаю, да. Первый раз в Литве же нет. Не, ну я мало понимаю литовско, но я понимаю, когда люди начинают говорить, что я и то, и это. Это, конечно, очень приятно, но я чувствую все-таки, что моя профессиональность в скрипке. Александр, вот. Скажи честно, сколько ты спал? Сейчас? Угу, ну, чтобы я же сейчас буду петь у вас живьем, да, так что мне нужно было подготовиться. Я два часа назад проснулся в полседьмого ночи. Полседьмого ночи, да, понял. Но ты все равно споешь там эту песню, которую мы слышали, которая уже звучит в эфире не первый раз. Да, у вас? Да, конечно. Очень приятно. Мы представляем фильм, из которого эта песня. Очень хорошо, прекрасно. Так споешь, все нормально? Да, конечно. Хорошо. Эрнестой, рейкя погалбос. Не виси супранта, ką mes kalbam? Taip, Aleksandras pasakė, kad jisai pasikuklino šiek tiek, reiškia, kaip ten jisai taip šiek gražiai pristatė. Tada pasakė, kad iš ryto atsikėlė 6:30 anksčiau, nes žinojo, kad turi atvykti pas mūsų radio centrą ir gyvai atlikti savo dainą. Ok, pagavarimą filme, nemnožičką. Da? Filme, ради которого ты приехал ко мне в Литву, вообще-то, как присиукин Слибина 2 по-литовски так называется. Этот фильм, как твоя песня чутилась в фильме? Честное слово сказать, это моя идея была. Я сам навязался. 3 месяца оставалось до премьеры, и я как раз тогда озвучивал норвежскую версию. Я там главного героя играю. И мелодия появилась в голове, и я сразу подумал, что ох, вот это вот было бы прекрасно получить вот эту мелодию именно в фильм. И я знал, что мало шансов было, что даже DreamWorks в Америке даже послушает песню, но на всякий случай я послал ее. Все получилось. Эрнестой? Vytenis paklausė, kaip gimė ši daina, kuri panaudota filme kaip prisijaukinti Slibina 2, ir Aleksandras atsakė, kad jis tuo metu kaip tik garsino norvegiškai pagrindinį personažą to filmo ir galvojo, jam gimė melodija ir jis aišku galvojo, kad greičiausiai ta daina net nepasižiūrės, o štai pasirodo amerikiečių DreamWorks ir pasiklausė tą dainą ir įskaitė ir priėmė ir įdėjo filmo garso takelį. Сейчас просьба, поскольку в скандинавской версии фильма ты озвучил основного героя, как мы знаем, викинга, да? Как его зовут? Да. По-норвежски? По-норвежски? Ага. Хикин. Хикин. Хикин значит, что он все время заикается. По-литовски это Жаксулис. Ага, понятно. То же самое. А вот сейчас нам в эфире фрагмент по-норвежски. Как ты озвучил этого персонажа? А, сейчас мне нужно вам сказать. Ну, вот, например, фраза одна из первых. Det mange som har problemer som mus eller rotter, men vi har problemer, det drager.
Это значит, что у нас проблемы, самые главные, это драконы. У вас большие проблемы, я слышал это слово проблем. Да. Но это я помню, я просто очень помню эту фразу, потому что меня и приглашали и в Москве это делать, русскую версию тоже. Но тогда они приглашали, потому что я известный человек, и они не одумались о том, что у меня русский не такой уж и совершенный. Так что они забронировали 2 дня в студию, да, и надеялись, что я все быстро все сделаю. И там, вот, например, то, что я сейчас сказал по-норвежски, по-русски это будет у других людей там проблемы мыши или крысы, а у нас проблемы драконы. И я вот начинаю читать, так, у других проблемы. Да, там продюсеры там совсем за волосы держатся и говорят, как мы там успеем. Так что я сам им сказал, что давайте, ребята, я понимаю, что я не для этой работы, я же не русский, так что лучше пригласите актера, который знает, как по-русски говорить. Дарча. Александрас ką tik papasakojo, iš visų pirma pademonstravo ištrauką norvegiškai, kaip jisai garsino veikėją Žaksulį. Ir tada pasakė, kad jį kvietė netgi rusai garsinti rusišką versiją ir užsakė studiją 2 dienom. Bet viskas užtruko, pasirodo, kur kas ilgiau, nes su rusų kalba jam nebuvo taip lengva, kaip su norvegu. Gavo, к сожалению. Поговорим о клипе к песне Into Fantasy. Расскажи, как вы делали видео. Мне, вообще, мне так повезло. Представляете, вот такая большая компания, как DreamWorks America. Они говорят мне, что не только что они найдут место для саундтрека к моей песне, не только что она в титрах идет, да, в многих странах сейчас, а еще они захотели сделать клип. И, ну, не, конечно, не так, что они приехали в Норвегию делать клип со мной. Конечно, у них другие вещи. Но они мне дали эксклюзивный материал. И мы вместе каждый день имейл писали друг другу. И сюжет вместе сделали. И вот так получилось, что нашли локацию, которая совсем похожа на мультик. И я считаю, что это мой самый лучший клип пока что. Норвегии, да, локация? Да. Aleksandras papasakojo, kaip jie gamino, su kompanija jie gamino vaizdo klipą dainai Into Fantasy ir jis labai pasidžiaugė dėl to, kad jiem pavyko atrasti vietą, kuri atrodo kaip, na, tarsi paimta iš to animacinio filmuko. Вопросы слушателей наших, да? Давайте. Несколько. По-литовски? Почитаю по-русски. Андрю спрашивает, какая у тебя машина? Литовский такой вопрос. У нас очень важно, какая машина. У меня, я вас разочарую, у меня нету машины. У меня машина Samsung телевизор и Xbox. Вот это моя машина. Klausimas buvo toks, Andrius, kokia pas Aleksandrą yra mašina. Ir jisai nuvylė, mus visus tikrai nuvylė, nes pasakė, kad mašinos jisai neturi, jisai turi... Turi 2 mašinas. Taip, su manu į televizorių ir Xbox'ą. Gerai, Robert sprašovait, skolka stojit kvartirka v Norvegiji? Интересует район Акербриге. Ага, понятно. Но я знаю пару людей, которые там живут, и они заплатили около, ну, примерно $1 миллион. $1 миллион. Klausytojo klausimas buvo, kiek kainuoja butukas Акербриге районе, ir Aleksandras atsakė, kad apie $1 миллион. Александр... Так что приглашаем в Акербриге. Да. Немножко покопим, как русишкой потупим. Накопим денег. Накопим денег. По килюминучу, сейчас Александр отликс гивэй Дэйна Into Fantasy. И дар галесит лимит билетус и фильма, как присеукин Селебина, ан билету бус Александру. Парашест отлекам карту. Gera nuotaika. Nuo ryto. Iki вакаро. Радио центрас. Kepdami duoną stengiamės būti tarp gamtos ir jūsų. Rūpintis kiekvienų grūdų, amžių tradicijas perkeliant į ateitį. Svajojame, kad ji būtų tokia, kokią norėtumėte įsikepti patys. Sėtas grūdas užaugina meilę. Ekologija nėra mada, tai požiūris į gyvenimą. Europos Sąjungos finansuojama priemonė.
Atsikaskite, mėgaukitės ir užsimerkite. Dešinėje matote nacionalinius Barselonos rūmus. Kairėje pirkite ledus karališkį ir laimėkite kelionę į Ispaniją arba kasdien Vision Express akinius nuo saulės. Daugiau informacijos www.karališki.lt. Skaniausia vasaros komedija pristato Elman Horsterą. Sultys skaniausios iki paskutinio lašo. Kai geriausias virtuvės šefas susirija su garsiausiu maisto kritiku, jį išmeta iš restorano. Bet gal tikras gyvenimas tik prasideda. Ir maisto gaminimas furgone yra smagus užsiėmimas. Šefas ant ratų. Virtuvė Los Andžele. Garsiausi ir seksualiausi šių dienų aktoriai. Robertas Downey Jr. Scarlett Johansson. Todėl karšta atmosfera garantuojama ir be pipirų. Skaniausia vasaros komedija jau kinuose. Kartu mėgaujasi. Elrytas LT, TV3, Radio Centras su gera nuotaika į gerą kiną. Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. 350 gramų šaltai rūkytos krekinavos kilandinės dešros tik 6,99 litai. 480 gramų jubilėjinė silkių filė tik 4,29 litai. Kilogramas vanilės saulėgražų halvos tik 4,99 litai. O perkantiems su Norfa nuolaidų kortele net 25% nuolaida glaistytiems varškės sureliams bei 30% nuolaida girai. Daugiau informacijos prekybos vietose. Praktiški žmonės renkasi Norfa. Mielos moterys, Liepos mėnesį Eurovaistinė jums dovanoja net 50% nuolaidą antrai kosmetikos prekiai pateikus kortelę metus. Nuolaidos taikomos tokiai pačiai arba pigesniai prekiai. Nuolaidos nesumuojamos. Eurovaistinė. Mano grožiai kasdien. Dėmesio! Delfi premjera. Drąsusis vikingas Žaksulys ir jo ištikimasis Libinas Bedantis sugrįžta. Pasistengsiu, kad tau nieko nenutiktų. Lietuviškai dubliuotas animacinis filmas Kaip prisijaukinti Slibiną 2 jau kinuose. Nagi, drauguži, laikykis! Slibinų draugai plius.lt, panelė, TV3, Radio Centras su gera nuotaika į gerą kiną. Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Tik mėsos skyriuose kilogramas kiaulienų šašlyko su majonezu tik 10,99 litų. Kilogramas šviežių kiaulienos dešrelių tik 9,99 litai. O kilogramas keptų kaimiškai marinuotų viščiuko ketvirčių tik 11,49 litų. Daugiau informacijos prekybos vietose. Praktiški žmonės renkasi Norfa. Penkios braškės premjera. Numeris vienas – pavogti deimantą. Numeris du – susigražinti žmoną. Let's do this. Pirsas Brosnanas ir Emma Thompson. Nuotykių komedijoje Meilės punšas. Kinuose nuo birželio 27-os. Rekomenduoja Radio Centras. Ir su Radio Centru. Be 12.09, atsibūsų vietinių laidoje svečias Aleksandras Rybakas, kuris sudainuos puikią dainą iš filmo Kaip sutramdyti Slibiną 2, kuris šiandien didžiosiuose ekranuose ir į kurį kažkurie iš jūsų vėlgi eis už dyką, kai kurie laimėjo bilietus vakaro, kai kurie gaus dabar ir beje ant bilietų bus Aleksandro parašas. Так, Александр, что? Пробуем. Все тут живьем. Да, 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 живьем. Ну, ты, да, да, оркестр весь тут поместился. Into Fantasy из нашей студии. Надеюсь, понравится людям. Доброе утро. Или у вас уже день? Ну, еще утро. I have a dream, you are there. High above the clouds somewhere. Rain is falling from the sky, but it never touches you. You're way up high. No more worries, no more fears. You have made them disappear. Sadness tried to steal the show, but now it feels like many years ago. Into a fantasy. Oh, oh.
can fly all day long. Show me the world, sing me a song. Tell me what the future holds. You and me will paint it all in gold. And I will be with you everywhere. Fly with me, oh, 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 into a fantasy, oh, 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 where you can be whoever you want to be. Come fly with me. Александр, спасибо за публику. Публика аплодирует. And I will be with you every step. Tonight I found a friend in you, and I'll keep you close forever. Come fly with me into a fantasy. Kartu su Aleksandru, nu, va, tokia piesnė. Slibinai, Žaksuliu ir visais kitais. Puiku, puiku, хорошо. Oi, kako vas mnogo liudėjai pavylai studiją. Da, mnogo liudėjai, tu tie operatoriai, publika aplodirovala. U tebe jas skripka здесь, да? Da, da. Ты не расстаешься с ней? Нет, что вы. А сколько вообще ты имеешь скрипок? У меня много-много-много. Чтобы ответить на этот вопрос, мне нужно сначала попросить публику зайти на YouTube и посмотреть мой клип в Into a Fantasy. Да, это сделать. Им понравится. Александр... И чтобы они всем друзьям поделились. Александр попрашивает, когда вы зайдете в YouTube и посмотрите его видеоклип Into a Fantasy и поделитесь с другом. Но Александр сейчас отнесет 2 билеты в кинофильм «Как присъединить Слибина 2». На них посирает и теперь хочет подарить вам. Мы сами старе для одного конкурса. Для того, что он смуйка и отнесет. Теперь Александр погрос фрагмента из одной своей дойнос. Вам нужно позвонить в студию 852-305-306 и сказать, как называется эта дойна. Александр, насчет того, о чем мы говорили. Мотив из одной твоей песни. Да, и слушатели позвонят в студию и угадают, которая песня. Я вам сейчас сыграю самую мою неизвестную песню, так что только самые редкие из вас узнают. Окей, готовы? Где-то слышал. Labas rytas. Labas rytas. Kas čia paskambino? Dovilė. Dovilė, kokia tai daina? Fairytale. Какое красивое у тебя имя. Dovilė. Tau... Dovilė, красивое имя. Sako, labai gražus vardas tavo, Aleksandras, ir tu esi visiškai teisi. Jo! Tu gauni bilietus su Aleksandro parašu ir į šitą filmą už dyką. Congratulations. Sveikinimai, sėkmės tau. Спасибо, Александр, thank you very much. Okay. Спасибо за утренний визит, за музыку, за песню, и нужно найти время для сна. Для сна, но спать можно уже, когда мы уже в небесах, тогда будем спать. Ну, спасибо, что ты был с нами, и всего хорошего. Надеюсь, скоро еще приеду. Думаю. Я с удовольствием хочу для литовских артистов писать песню, так что надеюсь, если кто-нибудь здесь слышит, так пусть напишет мне имейл, и будем вместе работать. Потому что я все-таки композитор в первую очередь. Да, и найти тебя, и твой имейл, и твои контакты можно в Фейсбуке, я видел уже. Да. Всего хорошего. Вам тоже. Чао.